По приказу герцога, любой, кто разгласит сведения об Эдермире, будет отдан под трибунал. Снова чинят. Проверим? Не, наверное, они просто проверяют, все ли в порядке. Никто сюда больше не ходит. Только не угадаешь же, когда герцог пришлет проверяющего. Странное дело. Так он прямо птица Адермиром. Я видел место, где поработал королевский убийца. Отдавал собакам, а теперь на псарню ходить запретили. Но будем крыс кормить. Не говори так. Времена сейчас и без того тяжелые. Когда Адермир был открыт, мне тут нравилось. Я готовила для больных. Доктор Гепатия говорила мне всякие рецепты. Теперь никому-то я не нужна. Это да. Но уж лучше с дурной работой, чем вовсе без нее. Thank you.
Две монеты за эту бурду? Спасибо, больше не надо. Да и... Подал заявку на новые сапоги. И что мне выдать? Носок. Один никчемный носок. Неправильно! Что? Нет, не может быть. Все равно болезнь.
Я тут только и представляю, как люди харкают кровью в чай на всякие твои печенья. Не нравится мне это мир. А что со сторожем? С Гамильтоном? Кто-то сказал, что он спят. Нет, живой и голодный. Ты здесь уже несколько месяцев. Ты же знаешь, что тебе в кабинет Гепатии нельзя. Прошу вас, доктор Гепатии за пару часов посмотрит. Дочка моя семилетняя сломала ногу, когда спускала воду в шахту. А сынок уж столько пылью кашляет, такой бледный, посерел весь, ему 3 годика всего. Я могу привести их сюда. Боюсь, я ничего не могу сделать. Доктор Гепатия больше не принимает пациентов. И в институте теперь распоряжается гвардия. А ты, как мне кажется, не работаешь, а только проблемы создаешь. Я не могу потерять еще одного ребенка. Где доктор Гепатия? Посади ее под замок. Нет! У меня же дети! Пустите! Пустите! Кто открыл дверь? Ветер, наверное. Интересно, нет. Кто это был? Ну, пожалуйста. Thank you.
кто-то есть? Что-то тут странное. Что это было? Не нравится? Кажется, здесь кто-то был. Надо осмотреться. На всякий случай надо осмотреться. Гипатии. Ее не было, я не понял, как она выбралась. Кажется, ты меня не понял, капрал. Если кто спросит, доктор выходит отсюда только по делам и с ведома герцога. Ясно? Кажется, да, сэр. Чеку, а я ему. А я на чеку, а он мне. Ну, конечно. Но теперь-то я не вру.